Я думаю, что сегодня для нашего города очень важное событие. Мы имеем высокую честь приветствовать вице-премьер-министра государства Израиль, министра иностранных дел господина Либермана с очень важной миссией. Сегодня мы открываем в нашем городе, пожалуй, первый центр, диагностический центр, который будет предоставлять услуги жителям города Винницы. Отношения между нашими государствами были установлены 21 год назад. Но отношения между нашими народами уходят глубоко, сотни лет назад. Эти отношения знали взлеты, падения. В Виннице традиционно проживала громадная еврейская община. И я рад, что сегодня, наверное, отношения между двумя народами достигли своего апогея. В 50-м году, когда встретились с Эквидором, когда были разные варианты, как реализовать уникальный проект государства Израиль по предоставлению технической медицинской помощи, сейчас я могу вам открыть тайну, что были разные варианты. Был и Харьков, были другие города. Я сказал, что других вариантов, кроме Винницы, быть не может. Так що я ці моделі бачив на самій останній виставці, тобто це сама сучасна цифрова відеоапаратура. Ми будемо поки для консультації привлекати тих спеціалістів, консультації яких необхідні вже в силу цих дослідувань. Тобто, зрозуміло, якщо у нас є апарат для ультразвукової діагностики, який дозволяє дивитися органи брюшної полості, щитовидну железу, молочної желези, то нам потрібна консультація, відповідно, гастроентеролога, або кардіолога, або ендокринолога. Чтобы человек уже не искал, где ему в городе получить какую-то консультацию, назначить лечение, а прямо здесь, в этом же центре, получил данное лечение. Сколько у вас будет работать людей? Значит, сейчас у нас будет работать 8 врачей и 10 человек среднего медицинского персонала. Сколько в год вы можете людей продержать? Пока я не готова ответить на этот вопрос, потому что мы сейчас изучаем возможность круглосуточной работы таких аппаратов, как рентген и спиральный томограф. Это необходимо для обеспечения больницы скорой помощи. У нас в Виннице были спиральные компьютерные томографы, его нигде, они зараз працюють, але їхня дозвільна можливість трохи низька. Тобто у нас є 2 зрізові, 4, 6 зрізові. Це 16 зрізові апарат. Тобто він робить 16 зрізів.